Не хочет видеть Ромчика. Это тебя никто не хочет видеть, поэтому все писали этот. Все писали без. Давай без вебок сегодня. Да, да. Так, хуярьте пробел. Ой, я захуярила. Блять, сука, у меня никогда еще не было тут, чтобы первый ход. Где второй Гремлин, а второй Гремлин? Рома, что ты мне написал в 3 часа? Ты знаешь, как ты меня чуть сейчас не подставил жестко? А, я что-то забыл, ты для меня все еще московская, поэтому я... Ага, понятно, я такая, смотри, ты подрубаешь, такая стою, думаю, что за фигня? Бля, ебать, я что-то забыл, что ты уже по моему времени живешь. Ладно, живи, тебе повезло. Смотрите, это новый парень фруктовки. Че ся? Минус The South, блядь. Неправда. Кань, ты точно играл эту игру? Нет. А, ты не играл эту игру? Нет, я купил вот всё. Смотри, все. Смотри, тут два этапа. Ты тут, первое это монополия, тебе надо собрать кентов в клетках, 5 штук. Чтобы каждого открыть, надо этот, 40 ключей. Так. Нажимай пробел, сейчас будешь ходить, и все, по сути, будем объяснять. Марк, ну, не смог. Вот ты стал на клетку, которая тебя пиздит по хп. Видишь, у тебя там слева хп есть и этот... А второй этап это мини-игры. Второй этап это мини-игры между этой монополией, за которой ты можешь заработать ключи и инвентарь. Все, понял. Давай, лисица. Подожди. Витаминки пила. Так. Витаминка. Фига, мы сегодня быстро собрались. Согласен. Жестко. Ну да, Наташа же нет. Особенно Мазелов, блядь, его быстрее всех зашел, блядь. Вот видишь, фруктоска стала на клетку, где она ее себе забирает как монополию. То есть, кто на нее теперь станет, будет отдавать либо ключи, либо хп, в зависимости от того, что она выбрала. Бля, я каждый раз объясняю, ну, я так часто уже объясняю всем правила игры, что я как будто, блядь, не знаю, как будто путеводитель по моупати, блядь, да. Смотри, ты должен ходить за желтой вот этой хуйней линией, которая едет по полу. Она ведет к ближнему пути, и я не знаю, почему я вниз не пошел, блядь. Если надо по ней ходить. Сюда здесь. Ебать, дядя пошел. Ну это не, лучше мне. Да, думаю, этот чел тебя может убить. Он в конце каждого хода немного ходит. Пути. Ой, блядь. Смотри, это мини-игры, видишь, слева показывается тебе управление в них, а справа описание. Тут надо просто не прикасаться к лазерам, вот этим штукам. Пробел это... Ой, ну тут есть дабл-прыжок, короче, два раза пробел. Всё, понял. Ты сейчас умрёшь, потому что тут каждый умирает, когда первый раз играет. Да, первый раз Ой. Стоп, это Кайн не умер, получается? Да, блядь! Я уже игру не чувствую, она лёгкая. Кайн уже самоутвердился, блядь. Она уже легкая для меня, как бы. Блин! Чел уже преисполнился просто. Блядь, уехал. В этом все что-то бегает, прыгает. Ой, все нахуй съебалось. А кто я вообще? Где я? Я все уже умерла окончательно. Ладно. Бля, я думаю, реально Кайн играл. Он так типа сказал, да, по мопать пойду, конечно. Типа, я думал, бля, он походу мечел играть, заебись. Да не, сейчас походу дело научусь, ничего. Не, ну ты уже второе место получил. Второе место уже есть, поэтому. Да, там... Изи, бля, для Кайна. Легкая. Ебать меня, конечно, выбор ебейший. Карту открывать на R. Еще и летать во время своего хода. Okay. У тебя выпал, короче, кактус, который ты можешь надеть на себя, и он будет для тебя как броня. Которая светит при первом уроне. Пойду. Бля, Кайн за мной идет. Я сейчас на хпшке себя восстановил, чтобы не обосраться. Ой, сюда. Куда мне нужно? Ну там не хотят тебя сюда. Ну давай ко мне тогда, ёбаный. Тебе пизда. Ну-ка. Бля, он что-то ёбнет меня. Нет, он не дойдет до тебя. Ты же на белом этом остановишься, он не дойдет.
Ладно, пойду налево. Конечно, прийти. Я... А, ты про меня говорил? Он же ёбнет меня. Да не, блядь, куда тебе там, Ромочек, успокойся. Блядь, я потянул въёбывать, как будто, блядь, выигрывала в этой игре хотя бы раз. Ой, блядь, ГГ. Колесница полный привод меня возит. Гремлин Глок, а Молли сегодня не смог. А, ебать, Арин... А вот Арину, походу, ёбнет. Да? Прям к нему пришла. А почему я жёлтая? А почему жёлтая? Ну нахуй. Ну нахуй. А почему жёлтая штука показывает? Так она показывала к ближайшему этому, но... А ты могла просвернуть. Да, чела она не отменяла, конечно. Так, а, ну тут режим, короче, надо алмазы искать. Ага. Типа, этот, засасываешь песок на ЛКМ и ищешь алмазики. Кто больше, тот выиграл. Тут еще есть клад, который даёшь 6. Сейчас буду сосать. Блять, всё, ну да, фруктоска тут точно выиграет, потому что лучше нее никто не сосет. Неправда. А кто? А, понял, блядь, тут конкуренция. Мама, его. А я стою, блядь, в начале своего респа, блядь, и... Что? И просто у меня нихуя не было. Не сосётся? Да. Ебать, спиздил. Ну, Олечка пока на первом месте, кстати. Хорошо, сосу. Ля-ля. Блядь, ничего нету. Ты чё, мразь, блядь, мои кристаллы, Русь! Блять, а где кулак? Где кристаллы? Как сосать? Блять, ясно. Сюда! Ну да, блять. Блять. О, нашел. Неудивительно, блять. Что? А, что? А, его, походу, забрали уже. Куда? А, сюда. А, это ты мою. Да, спиздил. Так и не, я тоже один взял, там их два, походу, было. А, да. Ебать, я думал, я там урвал эту хуйню. Ну, получается, не стало. А что делает смерть, Ром? Типа, вот я умерла, что я потеряла? А, ты, ну, потерял какое-то количество ключей и просто заспавнилась подальше от сундука. Заслуженно. А что делать, если он там, блядь? Храните. Ну, так, я думаю, ты больше выкинешь, выкинь 10. Спасибо, Ром. Бля, это, Оль. Я не хочу сволочивать. Не-не, Оля, он не дойдет, он не дойдет. Сейчас пиздишь, блядь. Не, он пойдет за мной, потому что я на первом месте. Там еще ключики лежат, блядь. Что делать-то? Давай, рискни просто. Друг не догонит. Блядь, там дорога. А на похуй рискну, я еще поеду. А на похуй, отправляйся в спам. С Ариночкой по флексу. Сюда. А где мой? А, он тут. Раз, два, три, четыре. Медленно, но уверенно продвигаюсь. Так. Шесть шагов. Да, ну тебе в ту сторону было лучше. Пожалуйста. Ты можешь стрелочками мотать вниз. Угу. Бля, батька, они сейчас залутают. То же самое сюда мне идти надо. Не, ну там сейчас фруктоска просто ёбнут, и ты залутаешь. Не пизди. Да, это, давай, Олечка, улетали, тебе делаешь сейчас нахуй. Не пизди. Ты за три хода наступил на три хилки, да? Это пиздец, блядь. На кого? Ну, я на три хилки наступил. Арина, тут? Я тут, да. Да. Приватишь. Нормально тебе. Нет! Туда это. Сейчас Кайн еще единичку выкинет, блядь, вообще заебись. Это вообще будет пиздец. Сюда, фруктоска. Это что, блядь? Исключи. Тут надо просто бегать от этих отпущенных выстрелов, убегать. Один раз попадет, ты умрешь. Так,
понять. Я хоть раз, блядь, хоть где-нибудь выиграю в этой мини-игре. Ну тут легко, на самом деле. Ну понятно, блядь, всегда. Ладно, все, можно так поставить реально АФК. Ромочка обычно так и стоит АФК. Блять, наигрался. Достоялся, блядь. Блять! Бля, ебать, охуенно. Что-то легко, ребята. Сука, Рома. Бля, ну я не думал, что это будет так легко. Ебать, я сейчас там ключей налутаю. Я как всегда, блядь. Да не, Эрин, ты, блядь, меня видела. Я лишь с тобой летела. Кайн, ты сейчас один выкинешь. Не, нихуя. Изи. Фок, чам. Короче, выиграет тот, кто соберет 5 кубков. Но тут есть еще дополнительные номинации за этот, за самый большой урон, за... Да, мы поняли, поняли, что ты лучше. Самое большое количество ключей и за самый большой список выигранных мини-игр. А я дотянусь магнитом? Да, ну посмотри, ты можешь посмотреть. А, да. Не, не дотянешься. Дотянусь. Не. Дотянется. Хорошо, Рина. Я тебя пытался задефать. Соси из нее, блядь. Соси похуй. Сюда. Бля, ну я человек честный. Да. Красава. Пизда вонючая. Сосалка. Какая Лина это? Да, это я. Так. Один, смотрите, один, либо два. Нет, что-то... шесть, вот сюда. Ладно, тебя это не спасет. Да пизду на низ, пизду. Ебать, залутал. Нафармил часа. Бля, он же догонит его. Он же догонит его. Не, нихуя. Нет, блядь. Блять, пожалуйста. Или да? Ебать. Или... А, нихуя. Или догонит. Говно, блять. Шары. Или догонит. Кто смеялся надо мной? Я смеялся над всеми вами, блять. Это тот, кто смеется. Да-да. Ой, этот режим я сам только один раз играл. Тут надо просто мячики отбивать от своих ворот, от чужие. Все мячики? Ну, все, которые летят. А где мои мячики? А где моя эта хуйня? Цвет твой, ну твой цвет. Черный. Че мне-то? Ебать, тут сложно будет играть сейчас, наверное. Блять! Почему? Потому что тут блядь. Мячей больше становится. А, блядь, не пропустил. Ой, бля. Последи за всем, мама. Да. Сука. Да ёп! Блядь, тут невозможно, сука, понятно. Тут все не успеть, блядь, реально. Блядь, да за что мне-то нахуй? За что? Ебать, а как тут очки засчитываются вообще, блядь? Надо, ну, типа, чей мячик забивает света, тот, скорее всего, и засчитывает. Бля! Да, не, я ебал, это невозможно. Бля, ебать, не рвёт от этой хуйни. Сука. Пожалуйста, хоть... Бля, третье место, ГГ. Бля, да я последняя, да что ж такое-то, я так старалась. Ой, бля, слушай. Ща, ну, ща, бля. Да. Фух. Кайн! Ебать, Чилла знает, что я за трек скипнул. Сука, хуйло. Поехали. Буду быть. Оставь гол, послушаем и на ютуб. Ладно.
Так. Блядь, а это... Да, Ромочка, иди прям к нему. Иди, 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 иди. Ай, бы. Конечно, да, уберегло меня. Ром, ты в курсе то, что я завтра против себя буду играть в КС? А кто у тебя в команде? Какая у тебя команда? Анастейс, Денджер, Лёха, Стил и кто-то еще. Кто? Сейчас скажу. А можно так говорить еще? Ну да, там состав уже. Почему нет, там же состав есть. А, и Морзофикс. Бля, Морзофикс. Я тоже хочу играть. Морзофикс это кто? Ты же, я вместо Арины, по идее, типа, играю. А Морзофикс это сильный чел какой-то? Это кто? Не знаю. Я не знаю. Но мы все выебим. Ну, у вас нормальный состав ебать. Такой. Ну, кроме тебя, конечно. А Стил играет в КС или нет? Ой, блядь, нахуй я отлетела сразу. Ну, вообще, Стил как в КСке. Такое подуставший. Первый левел фейс это, блядь, по-моему. Серьезно? Угу. Бля! Ну шо, Рома, попиздимся? Давай. Подвинься. Мои кольца. Допиздился? Говно, блядь, да в пизду, нахуй! Блять, не поворачивает нихуя. Блять, а рано. Челсу. Ой, я осуждаю, блядь. Почему там Зарк за две команды играет? Я не знаю, это походу другой какой-то Зарк. Его перепутали, по-моему. А, Кент, здорово, блять. Че делать с тобой будем? Давай, Рома, проеби. Ладно. Хоть бы дошел, блядь. Блять, хоть бы не дошел. Он же может дойти до тебя. Может. Рома, это тот Кент, который за банихоп пояснял, бля. Я не знаю, знаете, какой-то банихоп от Айдара, блять. Не, ну просто у нас нормальный человек играет. А кто у нас? Десаут, я, Бисикс, Мапки и Синди. Че там античат? Самое главное, блядь, чтобы в моей команде ног челы убивали. Это вот Марк особенно. Вывин, вывин. А кто такой Анастейт? Он, насколько он сильно играет, если... Анастейт, это, по-моему, этот, тиммейт Поки. Да ебать, это так мне много объяснило, я же, блядь... Ну и с бустером, который играет. Так я не смотрю ни Поку, ни бустера, ну, типа, я его... Не, ну, типа, я смотрю иногда, но... Ну, короче, чел, который жестко, ну, очень много играет в КС тоже. Он как Пока играет примерно? Или нет? Да, Антон. Алло, я тут. Вчера выиграли ГТАшников. Да, 2-0, но, блядь, это скучная игра была, потому что они просто на последних секундах там, выходили. Там составы совершенно, типа, разные. Там такие челы, конечно, играют против вас. Бля, там единственный, кто норм играл, это Татанк. У него там 3 кайла. Анастейс 7 против... Что? Пока, Рома! Не-не-не-не. Нет! Ёбище, блядь. Сюда, лошара. А ты первый раз умер? Да. Надеюсь, а кубки не теряются? А тут, короче, надо уворачиваться от этого. Что не теряется? Кубки нет, не теряются. Опа, шо ревит? 3 КЛ, да, мы вчера там 3 КЛ разъебали. А шо ты делать? Я не понял. Уворачиваться чего-то? Да, ты тут темнота сейчас настанет, и тебе надо уворачиваться от... Нихуя себе. Запомнил где-то? Да. Прикольно. Я чувствую эту игру! Оп. Теперь налево. Теперь вниз. Оп. Оп. Фига вы потеете все. Оп. А вы тоже чувствуете, где... Офигеть, да. Вот это я чёткая вообще. Всё, мне пизда. Мне тоже. Ебать их тут. Светильников. Ну, проиграйте. Бля. Ебать, фух. А чё я выиграл, ебать. Я тоже выиграл.
А, чё за хуя? А, меня больше нахуярил. Ебать, Каин ебёт. А, фруктоска забрала кубок? Да. Доброе утро. Два, блядь. Пиздец. На нахуй, сюда. Что-то с фруктоской надо делать, блядь, она какая-то неуменяемая. А на карте пушка заспавнилась? Рома. Не бей меня. Ебать, мне далеко ходить, конечно. Ну да. Ладно, фармим, фармим. Да, я видел. Да хватит меня пиздить, ну реально, что-то... Не, у меня вообще ничего нет. Халява. А, ладно, жить. Ну-ка, я себе одолжение сделал. А, не уебывайся. Так, куда нужно идти? Там справа пушка была. Чё? Справа пушка была. Пушка. Вот там, супер пушка. А, да? Ну, справа. Где-то чмошник ходит. Ага, поняла. Первый раз смотрю, в чем смысл игры. Тут надо собирать эти хрени. И между ними. Он заскриптованный 100%, вот этот чем. Нет, блядь, сам по себе живет, нахуй. О, что-то делать надо, я впервые вижу. О, стрелять. Тут по мишеням стрелять. А, да, и пробел. По этим горячим нельзя стрелять еще. Потому что очки отнимутся. Чем быстрее, тем лучше этот результат дает. Mm. О, короче, для тебя игра. Ну, это чисто, чисто для крейсеров. Поехали. Да, я сейчас разъебу тогда. Говно. Крейсер, блин. Ба! Блять, это шутка? Медленно, Каин. Блять! Все, я вижу Каин там, блять, попою. Так, я разъебал? Бля, ну Рома один хуй выиграл, да. Да сука, ну ёбаный. Ромарина у тебя, Ромарина у тебя? Нет, не у меня. А где Мазялов не проснулся, бля? Модеры, вычеркните её из названия, не хочу. Чтобы этот человек тут был. Всё, блядь. Даже я проснулась, пиздец. А, там фруктоска идет на смерть, блядь. Там ключи валяются. Какую смерть? Например, это мою. Что это за хуйня полетела? На нахуй. Фу, уёбище. Давай тебя ёбну. Я сейчас ёбну. А я хилочку, блядь, как всегда возьму. Так. А вы видели, как я вчера 8 ботов прошел? Можно бомбу въебать. Да, вот ты тут можешь. А ты фул прошел? Ты можешь, ну, на разных переключаться. Не обязательно, на меня уёбок, блядь. Пиздачи. Да, я прошел 8, но фул это 10, но я не пошел на 10. Хилочка. Понятно. Я думал максимум 8. На ключ. Кто такой 1537, блядь? Это я. Фейка. Да не, это я. Смотри, отхилилась. Я кренель, блядь. Боже, не кренель, не позорься, поменяй ник назад. Так. Так.
Он не может. Все, он мод, блядь. Но он же не дойдет до меня. Сколько у меня выпало? 4? О. Я не знаю. Ну, пока на них походишь, не узнаешь. Я не хочу рисковать. Ко мне, малышка, давай, давай сюда. Смотрел новый разбор Стаса, да, я смотрел. Ну, нет, я еще не досмотрел, пишу. Ну, типа, я плюс-минус все понял, это пиздец. Опа. Опять ко мне, да что ж такое-то? А, нет. Не, он идет на фруктоз, либо на меня, потому что у нас больше наград. О, буковки собирать. Просто бегать пробел. Я помню это. Ой, Ромочка. Слышь ты, блядь. Ты русский алфавит не знаешь, как у тебя английский. Тут еще и драться можно будет. Да. Да. А она чё встала про... ФК? Тварь ебаная просто бегает и пиздит меня. Ну ты нахуя ты так играешь, блядь, скажи мне, пожалуйста. На равниной, боже мой. Что это какое ныть? Так в смысле, ты не играешь в игру, ты просто бегаешь и хуяришь меня. И что, это запрещено, я не понимаю. Да ну, станешь. Блин. Да, блядь, дайте поиграть. Мне так запрещенка хочет кликнуть. Да, да. Ебашь, похуй. Да, блядь, на нахуй. А чё я-то встал АФК, за что, блядь? Где Кью? Где Кью? Да, а там уже собрали слово. Да, там уже новое слово. Где буква... Блядь. Бля, ну это нечестно, ты если знаешь, где буквы. Бля, ну это пиздец. Так это же алфавит английский просто. Где S? А нахуй. Да это пиздец. Я сейчас разъебу реально вас всех. Он просто на все буквы бегает. Это просто пиздец. МММ. Блядь, мразь! А, уже К, блядь. Я пока еще одну букву, он уже вторую дошел. Давай, Рома! О, нихуя вы, смотрите. А что тебе было? Ну мы в три человека второе место заняли. А, ебать. Даже не думаю. Та-та-та-та. Бля. О, всё там. Бразота. Два, пососи. Лох! И чё? Сейчас на один а сколько ты ключей отдаешь ему? Она там какой-то процент отдает своих ключей. Чем больше ключей, тем больше дает. А, или с ключами не так работает. Я не помню. Давай дробовиком ёбни, он шотит. Угу. Назовись. Ой, Олечка, пизда тебе. Ой-ой-ой. Да ты заебал. Если ты меня не сколько, убьешь. Сколько он сносит? 9 прям. Либо 10. Если выпадет 9, молись. Молись. Давай, Рома, на базу. Пизда тебе нахуй. Кентик. На базу. Давай, давай. Направо пушка, налево. Типа пизда в любом случае. Не-не-не-не-не. Так, шо тут? А где он? Тебе вниз надо идти. Да. Бля, ну мне ж пизда, если а он не пойдет на тебя, он пойдет на меня, либо фруктоску. Хорошо. Наверное. Нет. Ты охуел? Ты наебал. Ну я не знаю, там как пойдет. Видишь, он не смотрит на тебя даже. Да, не смотрит, блядь. Куда мне идти, чтобы на него не залутаться? Налево. Не, Арин, не слушаю. Блядь. Не хочешь, чтобы она мои ключи забрала? О, нет. Процентик мне. Почему? Ну пиздец, ну это... Да в пизду, короче.
Не, не наебал, потому что он реально, типа, ходит в основном за этим. Да-да. Я серьезно говорю, блядь. Да-да. Наебал друга, получается. Тут корону надо забирать и носить чем дольше можно. Тут можно тоже пиздиться кулаками. Да я не наебал, я вам серьезно говорю. Мы играли вчера, он Дашу не пиздил, он ходил за мной, потому что у меня было больше этих. Кого корона ебать? У меня. Понятно, понятно, блядь. Ну, как всегда. Ой, ну у кого еще может быть эта корона? Так я ее забрал, в смысле, блядь. Отошли! Блядь. Да, смотрите, она не бегает, она не бегает за короной, она бегает за мной просто. А, застрела! Такие потом наебывают на жопу, говорят, блядь. Неправда. Ты сюда, девочка! А чё я встань и стою, блядь? Я чё, врезался? А, понятно, блядь. Да, Ром! Да корону! Раз. Блядь. Да ёбните его. Не, блядь. Блять, ебать, он побегал с ним, конечно. Это ты хуйло, блять. Нет. Так, так. Well, well, well. Хули, блядь, на. Хорошо. Спасибо за донейшн. Спасибо за донат, братик. Ебать, Арина чисто на мирничах, никого не ебашит. Да, 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 да. А я коплю. Чисто ману вынашиваю. Да. А как карту? Чё не двигается? На вниз, на S, W. А, всё. Да. Ага. Ром, а когда нащупал будет? Я не знаю. Там... С четырью камерами, желательно. Кое-кто этот будет делать нам его, ну, то есть я не сам буду делать, а кое-кто... Ага. Говорю, что сделает, поэтому я жду. На-на. Ой, блядь. Ром, Марку, никто из вчерашних участников не скинул призовой из всех участников. Типа, в чем прикол, когда говорить... ребят, я вчера писал в конфе, чтобы все скинули, я сегодня еще раз напишу всем лично. Бля, мне одному вообще пофиг. Да не, ну в смысле пофиг? То есть люди все соглашались, то есть что они будут скидывать за победу, то... А почему мне не скинули ничего за победу? Ну так ты, я не знаю, ты даже не говорил, я только вчера узнал, что тебе не скинули. Так в смысле, зло же кидал Киви после игры. Ну, я не знаю, что тебе не скидывали. Пиздец, наебали на доллар, я ваха. Ай, блядь! Если бы я знал. Ну тут тебя пока не скинут в этот. А, пока не скинут, все, понял. Сука, такая игра прикольная. Угу. Ой, блядский хуй! Ай, блядь! Бля, Рома потеет, пиздец. Рома пальчики, блядь, шаловливые, нахуй. Смотрите, смотрите на него, блядь, посмотрите на него. Это пиздец, посмотрите на него. Пианист, блядь, сидит, нахуй. Деп. Блять. Блять, а нахуя мне вот это залупа? Ромыч. Если на тебя пизданет. Не, ну с другой стороны, это все это лутать прикольно, где сундуки, сука. Так они есть вот по пути, вот один тут. Второй тут. И в этом ключе, конечно, это чьи розовые такие. Да, да, да. Это мои.
Бля, я даже никого не могу ебануть. Все, ебани. Ты чё, охуела там, блядь? Давай нахуй, уехай. Да, Ром, нет! Ну, игра нормально. Так я нормально играю, если я поближе стал. Чтобы не походить, и ты меня не ёбнула. Подарок? Ну, хуй знает. У нас с Кайном из Фруктоска вар. У нас только с Ариной мирнище. Спасибо за ключи. Блядь. Ёбок. Опа. О, у меня есть свап. Нихуя себе. А на кого свапает сейчас, я не понимаю. Я не знаю, зачем он свапает. Хотя ладно, да, вообще я лучше выгодно. Правильно. Все, поехали туда Тазио. Ой, да не, блядь, это в пизду. Арина новый член Гремлина, да. Чего там, Арина? Этот, ты в нашем клане Гремлинов теперь, с Марком. Не понял сейчас. Блять. Ричка забыл ебашить. Истинный гремлин. Да, ну короче, я... Нормально все. Увидели, это было покушение, блять, на меня только что? Нет, я просто хотела затестить вообще, что это такое. Понятно. Теперь 100%. Спасибо. ГГ. Ну и что это за залуп? А, он за мной газует, бля. Чел, ты куда, блядь? О, тут надо просто бежать кверху и перепрыгивать машины. О, нихуя прикольно. Да, это прикольный режим, блядь, только так горит с него. А прицел, что за прицел тут? Ну это ты просто мышкой вертеть можешь. О, это игра боевал. Она постоянно ебала тут. Ебать. Да, это жестко. А чё, блядь, я не перепрыгиваю? А как прыгать? На правил. Блядь, там же прыжок есть, боже мой. Доброе утро. Ну, яйками. Включение. Оп. Ебать, легко. Блядь. Я чисто за Ромой бегу. Блядь. Охуй, да, блядь. Реально, надо за Ромой просто постоянно бежать. Сука, и все. Побежал. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Все, приехали. Блядь. Блядь, изи. Это дерьмо, игра. Киньте лягушку в очках, блядь, изи. Так. Вот этот танк, это вообще пиздец. Блядь. Ай, блядь, меня ёбнуло. Ай, блядь. Мне, блядь, машина в голову прилетела. Вот как тут, блядь, тут 50 тачек, нахуй, летят одновременно. Сейчас дождусь танка, нахуй, как он доедет. Меня фруктоска наконец обогнала. А, блять, у меня нету Better TV на компьютере, сука, я ничего не вижу даже. Я же о, рамочка. Чё, что, что? Что, что? Что, что, ты мне что-то хочешь пиздануть? Давай, блядь, сейчас докину. Ой, это не дотягивает, ой, писечка не дотягивается. Бля, а чё мне вообще тут делать, ладно. Наступай, что себе, блядь. Раз, два, три, четыре, это нет, до свидания. Лучше сюда. Подарок? Да не, я боюсь юзать подарок. А там типа что-то рандомное может быть? Ага, там на рандом выпадает либо ТП к сундуку, либо... Ой, ну да, к этому, к челу. Где кубок взять? Либо пропуск кода, либо выбор карты. А вот это уже... Я до Ромы не дотянусь. А чё, тут время ещё есть? Нет, блядь, бесконечно. Катись куда хочешь. Пиздец. Бля, я не знала. Ебать, криптоска, блядь. Пиздец. Блядь. Видел, как она ничего надела? Она выбирала между тобой и мной, блядь. Да, я хотела... Хотя бы себе хил похилить.
Арина, ходи на один. А тут один вроде нельзя. У тебя, смотри, у тебя есть защита кактус, Арина. Угу, mm-hmm. Да, я хотела, я вижу. О. Эй, поэтому Арина сейчас зафармит. Охуеть, там Кайн просто оставил ключей. Ну, у меня, да, дохуя было. Ебать, плюс 20. Еще и аптечка. Нет, ну Кент, не надо ко мне идти, блядь. Иди, пизда. Почему он этой стороной решил пройтись? Ой, бля, уебищный режим, тут просто пиздец. Бля, я его просто ненавижу. Ой, бля, один раз. Прикольно. Согласен, для любителей танков. Какое уебище. Танки. Ебать, тут еще и это проходит. Да. Да, 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 да. Нет, 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 нет. Типа, просто главное в этой игре это стратегия, ребят. Да нет, не бей, пожалуйста. Стратегия это дождаться кого, когда кого-то напиздят, блять, и этот и залететь в крысу. Да бить, обычно. Кто там за мной ездит, Кайнзор, бля. Давайте отпиздим его нахуй, чтобы не выебывался. Да, 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 конечно, блядь. Ну здорово, блядь, Кайнзор! Здорово! Здорово, блядь! Спасибо за кормежку. Блять, ей управлять вообще нереально, нахуй. Да, если. Да, блять! Спасибо. Бля, нихуя себе он. Оренго просто покатаемся, похуй на них. Давай, давай. Ты какого тебе серого? Все, давай за мир. Да-да-да. Так, пиздец. Давай, уезжаем. А давай их пиздить, а давай просто их пиздить. Сейчас, сейчас. Ой, блядь, не сдохла. Ебать, я ебу тут. Ой. Чисто ровно играй, да? Я ненавижу эту игру, этот режим. Тебе подарок выпал, открывай. Да не, в пизду. Бля, ну открой, как... ну открой, ну открой. По приколу открой. А, на трон. Пропуск? Да ладно. Бля, Арина, извини. Что? Чего, блять? Сорян. Сорян, если трахнул, ребята. Ёбак. Здорово. О, доброе здорово, утро. Вовремя. Доброе. Привет. Доброе. Мы уже играем, извиняюсь. Да вот я смотрю. Чё, как поспал? Хуёво, у меня голова болит. Ебать, это что будет самая быстрая игра в моей жизни? Так, а как мне вообще... Что... Так, сейчас я посмотрю. А, там еще был кентик спереди. Блять, ну он прям возле нас это находится, куда мне идти надо. Да. Ты мог кого-то ёбнуть перед собой. Два, четыре... Блять, я прям возле зомбика буду, ну ладно, похуй. Дима доволен! Привет, рамочка, а, как там моя яичка? Да какая твоя Амадес, блядь, ты больше 50 рублей не донатишь, блядь, ты себя видел. Давай, Оля, сделай хоть что-то, Оль, ну, блядь, ну ты можешь хотя бы два кубка получить в этой игре? Ты ещё меня байчишь, я не понимаю. Я тебя не байчу, просто слабая, Оль. Да я ещё похуй, АФК, я тут договор составляю, блядь. А то, что я АФК, то все знают. Да, Тепа цена начала, у которого три портала, гениально, Оль. А не пизди, блядь. Именно сейчас вы наблюдаете, как Оля проебала портал, телепорт.
Оль, ты понимаешь, что тебе надо выиграть следующий режим, занять лучшее место, чем я? И чё? Ну, ты это понимаешь хотя бы? И чё? Ещё просто спрашиваю. А если понимаешь, заебись. Арина, ниже побольше ключей. Бля, мне чел спамит уже 10 раз. Спроси у Арины, она настроила Саш на победу. Я уже его представляю, такой маленький 12-летний кентик, который поставил сегодня на Нави. Ой, кстати, про Нави. Надо завтрак бы уже начать делать. Да-да. Дима доволен. Охуеть. Пиздобол ебаный. Юлечка меня любит не из-за денег, ебать, а за душу. Утонул, блядь. А с тобой она сейчас только та, из-за денег. Да нет. У, слава богу. Не, Мадас, ты бомж. Ой, Ваня за мной идет. Ой, блядь, ну только нет режима. А что тут делать надо? Тут надо закрашивать все поле своими этими. Там какие-то кристаллики появляются, они дают больше этого. А, да. Да. А что нажимать, чтобы закрашивать? Так, у меня какой цвет? Раскошелился, накинул рубль. У меня желтый. Вот это прикольный режим. Угу. Только эти кристаллы все портят, блядь. Ой, я просто перед глазами. Спиздил все кристаллы. Перед глазами спавнится у чела, блядь. Да. Ты смотри, просто перед глазами у чела спавнится. Я еще разъебусь что-нибудь. Он просто где-то в центре типа бегает. Бля, я у меня вообще ничего не закрашено. Ооо, сюда. Кань, тэпайся на фруктовку, ты заберешь сундук, она не доберет. А ну-ка. Так мне вот за до этого. А вот если не выкинешь. Душа. У меня же душа. Вот если не выкинешь. Блять. Все, прошел, пиздец. Сука, блять, ну что за режим уебищный? Почему именно в такой ответственный момент мне попался такой уебищный режим? Сколько у тебя ключей? 26 раз. Здорово, Рин. Так. Давай, единичку, выкинь единичку, либо двоечку. Давай, двоечку. Давай, Оль. Всю силу в руки и двоечку. Сука. Сосать! Бля, ну что за пиздец? Ну что за пиздец? Лох. Бля. Ты охуел? А, уехал кентик, блядь. Сука. Давай, ты там разберешься с кентом. Сука. Надеюсь, он к тебе, блядь, понятно. Он к тебе и пошел. Блядь, ему похуй. Видишь, о чем я говорил, что он типа рядом с ним человек, а он идет все равно за этим. Что? Сок моя вагина. Бомжи у тебя в чате и в зеркале. В дальнейшем рот будешь открывать у стоматолога или в моей ширинке. Я? Юлечка да. будет моей, и ты на это никак не повлияешь. Юлечка? А, так Юлечка, это к тебе к боёвой, к этому, бля, к базуке тогда. А, нет, не трогай! Я сама себя уебала. Рома, отъебись! Блядь! А, этот, блядь, не 192, он ебанулся.
Нет. Да почему меня-то, блядь? Да за что? Фух. Все, дым туда. Так, 125 меня. Мне хотя бы 50-ку надо оформить. Опа. Да ты охуел! Да не, Рома, это пиздец. Да, блядь! Ебать легко, блядь. Я вообще не почувствовал. Оставил челика без обеда в школе байтер. Да, Дамада слох. Все, он все свои последние деньги отдал, теперь месяц еще не будет появляться. Ну что, погнали нахуй. Вот теперь моя территория. Арина, соси с него что-то. О, ты можешь из него ключи высосать. То у меня а мне не... У тебя магнит. Мне не многовато? Чем? Да не, нормально. А, либо так, да, хуярь его просто. Надо. Ну ты крыса. Уебал, блядь. Ясно, за компьютером вы все смелые. Скоро подъеду к тебе на своей девятке, синий. Посмотрим, как ты заговоришь. А бомжей в чате я буду по одному вылавливать. Да, это у меня, блин, заебали уже. Бля, Мандас, ты только что задонатил больше, чем твоя девятка синяя стоит, блядь. Успокойся, кому там угрожаешь, блядь. Так. Так-так. А, ну просто похожу похуй. Чел, рофлите с Мадаста, его это, видите, его это триггерит. Да блядь! Да не, чел, куда там подъедешь, но бензин-то денег не осталось. Нихуя себе. Нихуя себе отомстил, блядь. И он подарок сейчас лутает? Подарок, а там нет вроде подарок. Ближайший у меня, кажется. О, это гоночки. О, ебать. Тут, короче, главное не останавливаться. Ой, блядь. Ой, обещаю. Фруктоз, это мы. Это мой любимый режим. Чё, Кай? Поехали. Чат, ни одного ударения. Да. Мяу, ебать, балдёж. Типа вообще нельзя останавливаться, правильно? Ой, блядь, поворот не Но если отожмёшь W, то ты ускоришься. Это типа кто первый приедет или что? Да, тут два круга надо проехать. Два всего лишь, не три? Да, тут два. Блядь, чат сверян. Ебать, да! А чё так непонятно было, куда ехать? А Рома карту выучил, блядь, знает. Он уже, да, он уже всё знает тут. Ну ладно, ну так как. Да, он тупо, блядь, зовёт в игры. Чтобы да. самоутвердиться. Да. А, ясно, да. блять, ясно. Давайте попиздимся. Особенно Фруктоз, который 50 раз уже играл эту игру, поддакивает. Да, да, блять. Неправда, играю, не играл 50 раз. 50 раз, блять, не научилась. Не выучила карту в 2 метра, блять. Вот это да. Я играю третий или четвертый раз. Да не пизди, блять. У меня всегда были проблемы с машинами. Не, ну тут покчампная игра от меня, конечно. Блять. Теперь надо. Бау. Ты не туда едешь. Ах, ты назад едешь. Ты не туда поехал. Я? Ты не туда и поехал, Арина. Блять. Как не туда, туда? Не туда. Чуть-чуть. Все, блять. Я вызываю такси. Так, а что мне выпало еще? Так, алло, алло, вот так вот. Покатил, покатил. А его уже можно, да, снять? Да, 30 хп у него.
О, нихуя себе. Ого. Он на пару раундов пропадет. А потому что он заебал. Со мной ходит и ходит. Да пиздец. Далеко походил? Да. Супер вообще. О, у тебя плечики золота. Красава, бля, вообще нереальный красавчик. Давай, Ольга. Дима доволен. Для меня машина это средство передвижения, а не предмет роскоши. Точка, я же не лох платить за дорогие машины и телефоны. Да блять! Гоняю на девятки и пользуюсь всеми, но зато хаваю лобстеров в ресторане Моргенштерна. Красава. Красава, Мадас, блять. Все, вернулся к 50, блять. Хавальщик лобстеров. Давай, Ирина, ебашь. Правда, тебе ключей не хватит? Ладно, ебал. Вот так выглядит пропуск хода. Блядь, а он газует ко мне. Че, у меня перчатка есть, пошел нахуй. О, это интересная игра, короче, смотрите, трое у нас скрываются. То есть вы сначала, ну, есть акула и есть трое кентов. Киты должны запомнить, где они, и скрыться с толпой, которая потом появится, а акула должна вычислить настоящих челов. А обычные челы должны этот собирать рации. Так, кто у нас? А, у нас Каин. Каин, ты должен, будучи акулой, найти этот, настоящих нас. Окей. У тебя, ну, ты не на Q хавать есть еще. Желательно пытайся вычислить под рациями, потому что так не успеешь всех схавать. В этом Каин хавает челов, а мы собираемся спокойно рации. Да я, блядь, так сложный ты следи, пиздец. Там рации появляются на карте, ты просто на рандом вижу, хуяришь. Вижу, вижу. Кто нахуй? Сука. Ну собирайте рации. А, вижу, блядь, лохарную. Вот он, вот он, вот он. Куда ты бежишь-то? Иди ну, сюда. Ты не схавал настоящего. Иди сюда, блин. Я пойду пока под... А, этот черненький куда и теперь тебе... Наша задача теперь сбежать просто. На самолете. Так, черного и... А, ты один уж. Блядь. Ебать, я чисто... Я даже не бегаю, не собирал. Девочки все я делали... Я собирала, блядь! Да, девочки все делали за меня, блядь. Мразь. Просто все сделал. Ладно, подписываю, там занято. Сука, одно хп у кента. Одно. Кто бы мог подумать, что я выкину в два, блядь. Когда минималка два. Так. Давай, Каин, ебаш. Блять, ну мне пизда. Подождите. Так он со мной ходит, дядь. Да, блядь, сейчас придет. У меня 5 ходов, это получается. Он рядом за меня. 4, 5. Да, я прям к нему, блядь. Да, он тебя не ебнет, он загрен. Сейчас. Ты же видел, что он нашел. Да, да. Ладно, лучше не слушать. Похуй не верить по кругу, поебать вообще. Кому от этого хуже, мне что ли? Сейчас, подожди, посмотрю. У Мадаса бабки закончились. А, нет, вон, он задонатил. Да не, в пизду. Не пишите плюс, не пишите плюс, потому что он будет говорить, что он вами управляет. Я лучше так пойду, в пизду. Все, Кент уже поехал. Бузерова, нихуя себе. Пчёй! Чай. Будь здоров. Спасибо. Бля, даже никого не отпиздить, что ли. Так кого там может отпиздить, блядь? Не. А, это твоя клетка, да? Да. О, Арина, вылезай из ящика. Угу.
Мадус, не донатись, если у тебя кончились деньги. Бля, да ты заебал. Дима доволен. Ставьте или плюс, или плюс. А тут как змейка, короче, тут надо этот своим, блядь, хвостом убивать других. Бля. Спасибо за донат. Чат, а в Donation Alert можно через Kiwi сейчас донатить или нет? Просто с Kiwi везде проблемы, блядь. Что это тут делать? Прокатись на скидку. О, тут как змейка, ты должен своим хвостом этот. Хвостом должен своим убить челов. Четом Квилл высирает в чат. Ок мне своей чирками. Блядь. Блядь. Рома! А кто кого убил? Не знаю, мы просто въебались друг друга. Ай, блядь, а тут так нельзя, что ли? Нет. А какой в этом смысл тогда был бы? Блядь, я думал, нельзя через... Все, понял. Хорош, Пекл забайтил дурачка. Да, блядь, ну что ты делаешь? Оооо! Блядь! Ебать, я там пролетал! Вы видели вообще? Просто на тоненьком. Охуеть. Фэн запотел. Блядь, надо было дальше ехать. Чё, думаю, повъёбался, знаете, уже на кураже. Блядь, сам саму себя уебал. Ой, блядь. Да. А, да, приехал. Приехал. А, я один хуй выиграл. А чё он выиграл вообще? А, мы двое на первом месте, чел, блядь, куда-то там выиграл. Куда-то там выиграл, кинтофарик. Сейчас приду. Главное, чтобы этот бомж... Чё, можешь подарочек заюзать? Ну давай подарочек юзуем, пожалуйста, открой, пожалуйста. Пожалуйста, дай мне. Ой-ой-ой-ой-ой, что я сейчас выиграл? Ой-ой-ой-ой-ой. У тебя ключей нету. Бля, вы видели, у меня сегодня такая попка сладкая, блядь. Блядь! Ты чё гонишь, блядь? Говно игра. То, что у этой, блядь, наёбщицы ебаной. Я открыл коробку ебану, у меня ключей не было. Пять ключей? Он тебе сделал телепорт, чтобы собрать сундук, а у него 35 ключей. Нет, я открыл подарочек. Ебать, это лошара, ебаная. Ну он телепортнулся, в смысле, ебаная. Кому ты пиздец? А ты можешь теперь ёбнуть фруктоску через всю карту, за что она с тебя смеялась только что. За что? Я думаю, это будет справедливое решение. Бля, ребят, я вообще для вас нахуй все делаю. Я кента просто ебашу тут. Хорош. Пиздец. Давай, три. Давай, три. Никто не видел. А, блядь, у тебя круговая идет. Никто не видел, блядь. Ебать, как же хорошо, что никто не видел, блядь. Что ты видела, блядь? Ну давай, расскажи-ка мне, доложи. Чё ты видела? Ну вот все, ничего ты не видела. Так. На нахуй приехала. Ну долбоеба ваш хейт. Моя реклама, я скоро буду стрим делать, когда куплю телефон, у меня будет до хуя зрителей. Буду в прямом эфире бомжам предлагать деньги за всякую хуету, а вы будете смотреть. Надо срочно отойти. На сколько? На минут 15-20. Бля, ну... Тут бот, в принципе, может играть. Угу. Пока, Рома. Блядь, он дошел до меня? Да. А может отходить Арин, тут бот будет играть, чё, зачем? Блядь, сука. 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 Тут, упал. Тут ой, надо блядь, башенку построить. Ебучий Тетрис. А, типа, в один этот. Арина? Ты ещё тут? Главное, когда будешь отходить, выйди из игры, чтобы бот, чтобы не этот. А то ты АФК останешься. Блядь. На похуй, все равно проебал. Блять.
Ладно, погнали. Тут надо башню, да, построить? Да, да. Из одного этого. Угу. Ой, блядь. Нахуй у меня сейчас постройка так прикольная была. Блядь. Блять. Быть Рома потеет. Блять, потеет. Ебать, Рома потеет. А как тут можно потеть, у меня вопрос, блять. В игре всегда потеешь ты. Да блять! Она, да, блять, еще быстрее становится, это пиздец. А? Сука. Да! Сука. О, все. Блять, фруктоска строит, блять. Сестра хуй знает. Оль, тут один, да, блядь, Оль, тут одну башню надо построить, а не 10, блядь. Я Нью-Йорк, блядь, строю, не пизди. Я вижу. Бля. Не, Арина завод. Арина завод чисто построила, блядь. Да! Да! Пиздец. Арина тупо завод. Ты далеко-далеко. Все, я убежала. Давай, Ирин. Спасибо, что пришла. Так, кто у нас тут есть? Well, well, well. Бля, ебать, недалеко, конечно. И никого ничем не ёбнуть. Ладно, хочу выбрать режим. Пожалуйста. Блядь. Четко. Дима доволен. Плюс в чат, если Модест крутой мужик. Мне, к примеру, он очень нравится. Блядь. А, мне нормально. Ебать, плюсов зафармил. Просто, бля, весь чат. Вообще ни одного. Да, вообще. Только чел с ником Мадес написал плюс, блядь. Ой, блядь. Нах. Ты далеко-далеко. Так-так. Надо бы сделать, оценить как... ситуацию. Чё с чатом? Чат молчит. Чат? А, так у тебя ключи нет, лошара. Давай еще раз по кругу, блядь. Ну и чё? Так я поэтому и ушла, чтобы ключи хотя бы собрать. Музыку включи сейчас. Ух, ебать. Ой, бля, это какой меня режим. Короче, Кайн, главное запомни, вверх это вверх, вверх это вниз, вниз это вверх. Ага. Сейчас я... War Thunder, новая передовая. Да похуй тут, блядь, как будто в этой игре рекламы всех, нахуй, игры. World of Tanks, блядь, War Thunder, там какие-то еще, блядь. Вы где? Надо уничтожить эту кнопку. Сука. Ебать, War Thunder, заебись. Алло, попадать будем по мне? А, да? Тут реально как будто отсылки на другие игрушки вот эти такие. За что, блядь? Нет! Твой против этого нет! Нечестно. Как War Thunder выглядит в рекламе, как он выглядит на самом деле. Да-да-да. Да вы чё? Я на дрому пиздец. Он очень жёсткий. Взъебали. А чё, кого? Да блять. Ладно, я могу просто халдить. О, бочка, прямая бочка. Ромочка. Ой, блять, я разбилась. Ой, блядь, не разбиться.
Чисто на холодочах прошел. Так, ракета. Блять, где вы? Я хочу хотя бы что-то залутать, типа кого-то пиздануть разочек. Где там фруктовка? Отстань. Блять, она где-то тут была. Неправда. Ну ладно. Стоп, а ты... А, ебать. Давай поменяемся. Зачем? Давай поменяемся, блядь. Че, дурак? Ну, у тебя там прямо этот был, блядь. Просто слева, блядь. Я чуть не заметил даже. Какая сука. Чат, нахуй вы подсказываете ему? Сок моя вагина. Я не понимаю. Ну ладно, Рамочка ко мне приехала. Ты меня бьешь? Сейчас пойду отдыхать с ними. Курить, кульян, джакузи. Кого же ты еще мог ударить? Уебак, блядь. Она приедет. Будем отдыхать, короче. Бомжи в чате сосите. Давай, доволен. Фруктовская решетка, перефоткай. Фруктовская решетка, перефоткай. Перефоткай. Ой-ой-ой, сколько ключиков. Дима доволен. Халявный ключ помел по типу сообщению в чат. Модест пошел нахуй. Бля, Tomb Raider, если что, там сайт сейчас, ну, этот, на обновлении, поэтому он сейчас не работает, но хорошая попытка. Привет, посоветуй сайт с крашем, чтобы я мог поставить свои скины или закинуть денег и поиграть. МБ, у тебя промо есть еще и ссылка в чате. Это кто валяется, бля? А, это Рома. Лежит он. Ты можешь тэпнуться на Рину, если у тебя есть телепорт, она прямо возле этого. Где она? Вот, прямо перед этим. Выше, 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 выше. Она сверху. И направо вот она стоит. Так. Что сделала? Чё? Что ты сделала? Ничего, просто прохожу круг. Она даже не выставила из меня ключи. Блядь, что за режим, сука? Тут надо просто с собой забивать. Бля, я тут выиграл, на самом деле. Он крутой, плюс в чат. Ты этот, на LKM зажимаешь, чтобы этот... Вот это бильярд, блядь. Оп. Ай. А, блядь, желтая была. Блядь, сука. Блядь! Ну... Как же долго мы будем это делать все, наверное. А нет, изи же. Давай, съебался. Бля. Да, блядь, за что? Я тупо челов забиваю вместо шаров. Я себя забиваю, блядь. Блядь, да забейся, сука. А нахуй? Да, блядь. О, ебать. А как я? Я сейчас выстрелил, была должна быть красная, она зеленая была. Да, сука. Моё нахуй. А какой голубой цвет? Марина. Да это пиздец. Да это пиздец. Давай, давай. Фух, попчам. Я выиграл? Блядь, да ты нет, заебала? Сосать! А, ты сколько забила? 4, по-моему. Надо 3. Дима, да, доволен. Вы все оскорбляете Модеста. А он, по сути, очень помог мне в начале пути. Блядь, Модест, он крутой, большие яйца, большой член, а урана у меня. Ты видишь, он донатит? Да, да. Он очень крутой, он мне помог. Следующий будет донатить Шраут, блядь. По-английски, блядь, задонатит. Hello, Modest is very good guy. He helps me a lot. Блядь, нет.
Прям просто донатится с челом, который его хейтит в чате. Я там есть главный подсос Рому Мокрицкого. Рома, выеби меня, как ты не понимаешь. Я хочу этого всей душой. Такой клоун. На самом деле Арина ушла с Модестом в Дискорде пустить. Да, сейчас Арина задатит. О, Модест, блядь, я с тобой в Дискорде хочу посидеть. Передай привет моему другу Модесту. Да-да-да, с которым я ушла в Дискорд посидеть. Смотрите, Кентик вообще свою игру играет. У него 76 ключей, он нихуя вообще еще не сделал. Так я их только нафармил. Красава, бля. Дима доволен. Модест лох, КС ты АСДР меня. Бля, бот вообще никого не убивает. Макс Никифоров, здоре. Бля, да пошел он нахуй. Бля, такой мем охуенно из ничего сделали. Да, вообще не прикольный мем. А, чел опять заспавнился. Блять, а ну, похуй. А тут под тобой пол трясется, тебе надо убегать с этих клеток. Mm-hmm. Ой, все. Бля, чел, даже, чел первый раз играет игру, даже не смотрит управление. Это похуй. Ну, а тут еще и прыгать. А, да. Ебать легко. Чего, блядь? Ух ты, чего? Чего? А я думал, тут несколько жизней. Я что-то не на тот посмотрел. Ебать, игра легкая. Охуенно поиграли. Не на тот посмотрел, блядь. Тебе налево. Не, нихуя. Блять. Минус баллы, чат. А ладно, похуй, чат, я сейчас схожу. Каин. Поевший. Чекай, чекай. Подоволен. И Верони, моди стрелы чо олгу, и сами оудит но тави на укманенты стариант, лейл пет ме пай форме порчас, ес. Дима доволен. Рома, я давно у тебя в модерации хотел, блядь, там такой пиздец идет. Еще ближе к друг другу. Блядь, а за что меня-то? Потому что я охуел, да. А, фу, слава богу, блядь. Дима доволен. Я бы отсосала Мадисту, у него большой дипер. Блять, что за пиздец? Там сейчас еще один будет. Мы доволен. Большой дипер. Модест, мой приемник. Бля, ну такой он ебанутый, да? Че за хуйня, блять? Это все, блять? Путин, это максимум твой. Найс байт. Твой, блядь. Нет, пожалуйста, нет, блядь. Не переживай. Ты можешь ей ёбнуть просто в следующем раунде. Чё, хуёв? Ключей не очень много осталось. Да не пизди. О, всё, он наконец-то не за мной идёт. Хотя я лучший в этой игре, я на первом месте, блядь. Почему он за мной не идёт? Я же такой крутой, блядь. А, тут надо горячая картошка, бомбу просто давать друг другу. Чё? Бомбу надо передавать друг другу. Оооо! ЛКМ? Вишенка и бородатая вишенка. А как выкинуть? На ЛКМ передать. Спасибо за рейд, здорово, ребята. Здорово, здорово. Спасибо за рейд огромное. Всем пока. Ку-ку-ку-ку, падла. За что, блядь? Блядь. Здорово. А, волосы не розовые, волосы не розовые. Ясно, блядь, вот эта бородатая, блядь, вишенка на массе нахуй передала, чтобы вы это писали. Я в начале стрима это объяснял, поэтому зайдите, посмотрите, послушайте, блядь. Я не виноват, меня ударил бот, блядь, за что нахуй? Рома, иди сюда. Ой, блядь. Хорош, блядь. Хорошо сыграно. А, так зачем меня ты ёбну? Ты уёбок? Нет, 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 нет. ББ. Против бота полегче будет выиграть. Ладно, без бота тогда дом. Забирай, блядь. Бля. За что, Арина? Ку-ку-ку, спасибо. А, это карава еще зарейдил? Ебай, вы еще ебанулись?
А чё за мной-то, блядь? А Модест когда рейд? А чё она у меня, эта бомба ебаная? Спасибо огромное, спасибо. Ебать, секунду, сейчас доиграю тут. Бля, крипочка на Кайне надо разъебалить и сделать. Бля, да что за донаты, нахуй, Модест, ты заебал! Кент, ну так... Да иди нахуй, так нечестно, сука. Нет. Кто мне рейд дал? Еще каравай дал рейд? Ебать, вы что, ебанулись? У меня еще день рождения? Да ладно, это я зарейдил тебя. А где зло? А где рейд от злого, блядь? А, злой дал рейд? Злой, спасибо. Кто дал рейд, блядь? Да я давал, у меня второй аккаунт есть. Дима доволен. Макс Никифоров, Эсап и Бердай, Амадест Луа, я сам поднялся. Каравай. А, каравай. Каравай, а, ну, ясно. Все, каравай, спасибо, и Марк с Вишенкой, Ани, спасибо вам огромное за рейды. Ебать, просто зафармил кентоу, блять. Блять. Дима доволен. Я плохо знаю русский. Бля, Мазила, смотри, что этот долбоеб донатит. Что каждый запуск ракеты... Это пиздец, все, учила, все, полностью словила. Я сижу, кекаюсь, Макс Никифоров с Happy Birthday, бля. Это вообще такой, бля, нахуй. Блядь, это видео. Модест неприемный, Путин брёт. Блядь, ладно. Это чёрный сплин, нам сюда пиздуй. Дима доволен. Да, спасибо, каравай огромный, Аня, с Марком. Модест из Реалы Чоулгу. Лелпет Миуит Америча. Блять, хорошо помог, блять, когда Байден выиграл. Видно, сразу Модест помогал. Дима доволен. Рома, ты чего? Мой альбом вышел только благодаря Модесту. А, Илюха, я думаю, чё альбом такое говно, блять. Алло. Ну, нормально ты залутал. Обогнала крепочка на Кайне. А чё мне выпало, кстати, в супер пушке? Труба пушка. Здорово, бро, хотел. А, блять, я думал, ты опять Модест донатил. Доволен. Здорово, бро. Хотел спросить, пиар на стриме канала Twitch возможен? Так. Да, брат, возможен, конечно, пиарю тебя. Переходите на топовый 15. Угу. Спасибо за 50. Зачем Модест чужие каналы пиарит? Не знаю. И все перешли такие. Лол. Кайна, ты на ЛКМ. Дина, блин, тоже рейд дала. Чего, блядь? Серьезно? Ебать ты, медиагигант, боже. Бля, ебать, у меня что, нахуй, день рождения сегодня? Да. Все, я умер. Сейчас, секунду. А, блядь, тут наоборот выжить надо, а я вас кидал, блядь. Не, тут можно кидать. Я тоже. Блядь! Что, кто выиграл, блядь? Ром, каково это сосать трафик? Диночка, всех? Спасибо огромное. Ебать, Дина, чтобы ты понимала, мне уже это третий рейд за 5 минут прилетает. Как будто, не знаю, как будто вы узнали, что у меня какая-то, блядь, болезнь, и, типа, пришли исполнить мое последнее желание. Спасибо вам за рейд огромное. Блядь, вы же не узнали такого. Знаете, типа, когда вы просыпаетесь, ну, сходили просто с родителями в больницу там обследоваться, а потом просыпаетесь на следующий день, а возле вас стоит, блядь, ваш любимый исполнитель, нахуй. И ты, да, и ты понимаешь, что, блядь, походу все. И ты понимаешь, ура, блин, мои родители. Спасибо огромное за рейд. Это кто, я? Макриски, давай, выигрывай. Так, куда у меня ключей нет? А, точно, у меня же пушка есть. Давай, 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 уехал, блядь.
О, ребят, раз вас тут так... О, еще Дина сабнулась, спасибо огромное, 6 месяц. Ребят, раз вас тут так много, кстати, вы можете нажать воскресательный знак New, и там мой YouTube-канал, на котором я и сейчас буду... New? И, в случае чего на черный день я буду туда прыгать. Что? Прыгать, да, там фруктоска сливает жопу, когда у меня будет 30 тысяч подписчиков на этом канале. Че ты пиздишь, блять? Подписался со всех аккаунтов. Дима доволен. Мне кажется, спасибо, мы уже позже всем то, похуй, все ее уже увидели. Так, ну у меня лошадь. Поэтому игра сдохла, Blood Trail. Фруктоска, это правда, что ты этот недавно перепутал стримы, тебя забанили на 3 дня? Блять, как ты узнал? Че за хуйня? Мы сделали, смотри, это лучше для нас. Доволен. Я дарю Ильичку Мадисту. Официально можете делать скрин. Официально. Официально. Блять, да ты ебанулся. Сколько он уже задонатил, блять? Играю по мелпати благодаря Мадисту. Ты лучше играл повнимательнее. Ты из Кайна Ника задонатил. Кайн, мог бы просто сказать, зачем донатишь, блядь. Да, Кайн. Дима доволен. Придумал себе ник, прочитай его наоборот. А, у тебя вообще нет ключей, блядь. Да, я из него все вас... А, стоп, он третий сундук золотого, нихуя себе. Все дом. Сука. Блядь, гениально. Братья. Моторика. А, он идет к нам. Модест идет на стрим донатить. Бой тебя как баннер, Саня Перич. Дима доволен! Могу я у тебя как баннер в описании пиарить твич канал? Да, конечно, вставляй свой баннер, чел. Бля, я как раз искал чела, которого можно попиарить в баннере описания. Ой, блять. Только ты другие убери, чтобы его баннер был. Да-да-да. Отказываюсь от рекламы и ставлю чела. Нет, я проиграл, блядь. Ой. Нет, ты лох, конечно, Каин. Блядь, я тоже. Кто это там ползет? Фруктоска? А, блядь, ну нет, ну так не это. Вот это уебищное. Да, вот это самое уебищное. Ой, я проскочил. Блядь! Все. Просто смотри, как бот ебашит. Все, умер. Доволен. Ладно, на стриме все шутки, а по-настоящему Мадесту. Сосать, девочки. Так, так. Макривси. А, Лондон. Да. Ой, бля. Бэм! А, ой, бля, это мы там уёбище. Надеюсь, она не придёт ко мне. Дима доволен! Пиздец, он заебал. Плюс в чат кто сглы. Так. Бля, фрукт, ты сейчас можешь 4-й залутать. Хотя тут один хуй уже осталось. Хуйня. Ну, может, на ракете полететь. Не? Так у меня ключей не хватает. А-а-а. А стоп, это чьи ключи? А, это мои ключи, сука. Так это результат не можешь, что ли? Нет. К сожалению, блять, не могу. Я вам даже ничего сделать не могу. А где там Олечка, блять? А, так у Олечки все и так заебись. У Олечки без меня все заебись. На! Ладно. Ну пробуй, пробуй. Давай, Китай кубик. Ну ладно, Раскай разреш... это... разрешил. Раскай разрешил, бля, блядь. Ну там один хуй сейчас будет крутая игра, поэтому... Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну да, до того дойду и типа пизда. Сколько? Четыре, раз, два, три, четыре. Ну, давай, Олечка, ты там выигрывай. А, ебать, я сюда могу встать? Похуй, я погуляю еще, блядь. Там Каинзор. Угу.
Доволен. Роман Маклипский, я бы на вашем месте поблагодарил Модиста, если бы не он, вы бы сейчас не играли в нашу игру. О, блядь. Дима доволен. Рамочка, а когда вернулся там девочка лох. Слушай, запускает? Слушай, у тебя не было, пока тебя тут не было, прикинь, тут такие люди писали, пиздец. Не поверишь. Все за тебя ручались? Да, да, да. На-на. Бам, нахуй. Летали тебе. А, блядь, уебался. Так, хочу гонки. Ой, бля, ну чё, пизда вам. Стрелки крестовину. Тут, короче, что? Когда кружочек доезжает буква, то ты должен ее нажимать. Тут только стрелочки. Mm-hmm. Этот, стрелочки, но всё. Типа на клаве просто стрелочки. Понял. Тут кенты так весело танцуют. Давайте не отжигать. АП не будет, надеюсь, блядь. Флекс. Что не будет? АП. Блять, я не задумался над этим. Да, я вижу вас ёбнутые стрики вообще. Чат со мной играет, блять, в чате. Весь чат ВВВ ССС. А стрелочки не пишут? Не-не-не. А, ясно, чаты проиграли. Начали стрелочки делать. Блять, я стрик проебал. Изи. Алло. Так я выиграл. Здорово. Здорово. А, нихуя. А чё за название Оринен Фруктовская Акай? На чё только один Кайн играет? Нет, тут есть еще фруктоска. А чё, они вышли, типа? Ну, мне 7 минут осталось. Ну, Арине надо было отойти, фруктоска. Ебать, сука, ё, новая порция доната, блядь. Дима доволен. Модест, мудак. Да, Макзел не проснулся, Арина отошла, фруктоска замутилась, девятка, моя семерка. А Мадас пошёл нахуй. Только покрашена в розовый. Так, чё мне делать? Блядь, у меня что-то нормально хотя будет на дальней дистанции, чтобы ёбнуть. Блять, я осуждаю, там такой-то начал звук, ну пиздец. Мне. От Виктора Цоя. Блять, Стив Джобс написано через Ай. Дима доволен. Официально заявляю, Арина плохо сосет. За 20 минут не справляется. Блять, да заебал все. Что мне делать? Дима доволен. Ладно, похуй, в трон. Попрошу поблагодарить Модиста. Если бы не он, я бы, сука, не ушел из него. Если бы не он, я бы не ушел, блядь. Ой, ебать, сейчас будет заруба. Чат, я вам сейчас покажу этот гайд, как играть эту игру. Главное, должны быть готовы. Пойду так. Дима доволен. Подарки проспонсировал Модест. Спасибо ему за это. А сколько тебе Модест скинул? Я не знаю, он же 1002, наверное, скинул по 50 рублей, блять. Дима доволен. Я думаю, это вообще не то. Я думаю, там разные. Ребята, люди уже дома. Я должен признать. Ну, не, вот отец Модест, ты Роман вам брал. Точно другой человек. На самом деле, это был мой канал и назывался Славский. Но Рома его украл и подрубил стрим с вебкой. Мазел, чекни, если возможность там донатить киви, пожалуйста, в донейшн алерсе. Оплачивать. Ща. Мне, кстати, на киви деньги почему-то не приходят уже дня 4. Да, можно. А потому что... А, можно? Потому что другие площадки там эти... Нельзя. А киви сейчас проблемы, они будут до Нового года. Mm. Там прям какие-то большие, огромные проблемы. Так, ну, девочки. Здорово, блядь. Пришла, блядь, в жопу. О! Это ты так приветствуешь меня? Да, привет, попа.
Привет. Стоп, а если я выбрал режим, и она выбрала режим, то что мы будем играть? Создать получается. Я надеюсь, мы не будем твой режим ее обычно играть какой-то. А мой. Так, а у тебя ключей же не было, нахуй, я так кидал этот сундук. Ее, блядь. И чё? К тебе идет Рома, поэтому. Чат, спамьте ню и подписывайтесь на новый канал на ютубе. На наш бункер. Там будут нюдисы. Блять, мы будем ее игры мрежать, блять. Будем ее игры мрежать. А что тут делать надо собирать? Подарки, но не уголь не надо собирать. Слышь, там ее обновили, потому что что-то таких игр не было. Ну да, там игры иногда этот обновляют. Бля, тоже хочу поиграть. Так, у нас три штучки. Я купил по мопате чисто посидеть, посмотреть. А, реально. С кайфом. Пел. Блять, вы так ответили, Мазела Скайрим, что я думал, что вы уже умеете играть по мопате этот. Я бы мог вам подарить просто эту игру, типа, уже. Да, похуй, он, блядь. Да никакая разница. Не, ну ее можно поиграть даже мне стрима, она прикольная. Не, она пизда-то, я смотрел по стриму по ней. Ой, блядь, проебланил. Ой, тоже проебланил. Ой, боже мой. Чё за фк шел? А, нихуя себе. А чё, быстро так пошло? Ай. Ебать, я хоть что-то пропустил, нахуй? Я хоть что-то в этой игре пропустил? Разве? Да, нет. Мне показалось, что нет. О, блядь, ну наконец-то хотя бы какое-то оружие, которым я могу пизнуть фруктоску, блядь. А где она? Она где-то тут, по ощущениям. А вот она. Ну, может, с ботом поменяться. Тш. На нахуй, к забору улетел. Баклажан покатился. Ой, блядь, там столько донатов, нахуй. Сап, моя вагина. На самом деле, я задонатил около 3 донатов от чужих ников, блядь. Тем самым забайтил чатовских бомжей донатить и сделал их еще беднее. Ха-ха-ха. Бля, Мадас, я сейчас чекнул, это Donation Alerts, тут почти все донаты с твоего номера, блядь. Киви. Дима доволен. Серьезно? Да. Чат, спамьте ее и подписывайтесь на канал на ютубе. Будем играть в бункер. Энтай, Мадас. Дима доволен. Спасибо Мадису за то, что помог мне, когда я застряла в стиральной машинке. Здорово, куда Марк делся, чего не зовешь на стримы? Бля, Марк, зачем ты с этого аккаунта пишешь? Ты же сказал, что вы сегодня просто стримили, поэтому я тебя не звал. Марк, я же знаю твой твинк аккаунт. Ладно, есть еще шутка. О, сколько они стримили? Дима доволен. Вот, полтора часа назад вроде запустили. Спасибо, Мэдисту, за проблемы с сервисом. Бля, там сейчас Арин зафарм. Спасибо, Мэдисту, за проблемы с сервисом. Дима доволен. Я люблю только Мэдиста, а ты лох. Пососал он. Бля, тут надо считать кентов. Ага. Типа пробел нажимать в режиме онлайн, а не потом. То есть ты видишь кента, который тебе нужен, например, панда, ты нажимаешь пробел. Каждую панду. Панда. Ебать там хуярит уже, блядь. Нахуй, блядь, просто кнопки жмал. Там фруктоска хуярит, блядь, она всех считает, блядь. А Кайн один раз нажал. А я не понял. А, все, панды, понял. Ебать он побежал, блядь. Там был напит... Да, там панды, там панды, там панды. Панды. Поймайте кроликов, которые едут на пандах. Здорово. Блять, Мазел, может ты пиздак сянешь нахуй свой? Здорово, здорово. Тут чел, блядь, панд считает. Ебать, здорово. Здорово. Рома, ты когда играешь, Турик? А чё сейчас? Завтра. Как
Короче, я просто, блядь... Кабаны на оленях. Я просто кнопку жму нахуй вообще, поебать. Да видишь, чё хуярится это. Смотри, смотри, Рома. Посмотри на моего чела. Стоит наяривать за стоечкой, блядь. А, всё, на ее. Спасибо, Поппи, был за сапку. Второй месяц уже. Поппи. Ой, бля, тут Кент передо мной. Нихуя себе рык. Спасибо. Давай, Рома, открой подарок. Твой единственный шанс. Я достану? Не, я не достаю, сука, я же вижу. В смысле, мой единственный шанс? Я... А, так вот. А, так ты все, так ты выиграл, блин. Спасибо папе, маме за эту победу. Спасибо брату, который в меня верит. Спасибо всем друзьям. Спасибо Оле Фруктовске, который меня сосал всю игру, чтобы я выиграл. Огромное спасибо, без них бы я не справился. Так уж и быть. Наверняка. Спасибо Мадусту за то, что, блядь, дал мне мотивацию. И так уж и быть, я это возьму. Поздравляю. Спасибо Даше, что спала в это время. Ну сейчас, вот еще будут номинации. Еще номинации будут. Да, три кубка можно урвать. Сейчас, еще баллы не применяйте, потому что номинации еще. Я сейчас еще проебать могу. Моя нирвана. Вручение наград в тотальном ёптоформате. А, ну, ладно, все. Понятно, блять. Можете давать баллы за победу на мне. А. Ну ладно. Мокрыйский. Ну ладно. Как, блядь, если я духовый? Бля, понятно. Там сейчас можно посмотреть стату, кто выиграл. Сколько игр. Бэтти задрот, Ром. Хэн, я не играл, но у нас с тобой одинаковое количество наград получается. Красава, поздравляю. А Кайн ни одного кубка не взял? Нет, я три кубка взял. Дима доволен. А сколько Витка в чате стоит? Спасибо, спасибо. Мадес, для тебя 5000. Смотри, тут сейчас на таб можно нажать. А ну? Да, 5000 по 50 рублей. Ох, кто там в клетке? Да, у меня 3 кубка. Выигранных мини-игр 6, блядь, понятно. А у меня сколько? Проигранных 21, блядь. А я не могу посмотреть. А, у меня выигранных 18, понял. Ну, а, блядь, я, сука, за это понял, нахуй. Ты нахуй, куда, блядь, ты чё, блядь? Ты чё, охуел? Чё, давай, блядь. Тут, блядь, боёвка, как в GTA просто. На, нахуй. А где я? На, нахуй. Извиняюсь, блядь. 7 миллионов уходит. А почему бот в клетке заспаунился? Всё, ты заебал меня, нахуй. Бот в клетке, потому что последнее место. Давай, иди сюда, блядь, давай. Не, блядь. Встать, нахуй. Давай, иди сюда, нахуй. Давай, давай, блядь. Не, блядь. Так, ну Фруктовска, как всегда, многословно.